Какая она, образцовая семья? На этот вопрос Карачаево-Черкесии точно ответит по крайней мере 17 семей. В республике подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». 17 семей, признанных лучшими в своих номинациях, получили дипломы победителей и памятные подарки. Мадина Каракетова разделила с ними радость победы. Атмосфера действительно по-семейному теплая чувствуется в зале торжеств республиканского ЗАГСа, куда пригласили победителей регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». Обращаясь к ним, заместитель председателя правительства Джанибек Суюнов отметил, что этот праздник уникален тем, что проходит в год семьи, объявленный Владимиром Путиным в России. Семья. Семья – это основа государства. Это ячейка общества, которая является основой государства. И от того, насколько идет на высоком уровне воспитание в семье, его духовная, нравственная составляющая, и его семейные ценности, от того зависит, насколько здоровое общество, в котором мы живем. Джанибек Суюнов также рассказал о мерах поддержки семей в России, как государственных, так и региональных. С добрыми словами и красивыми пожеланиями обратилась к гостям и министр труда и социального развития Карачаево-Черкесии Динара Камурзаева. Хочется сказать спасибо большое каждому из вас за то, что вы такие, за то, что вы семья, за то, что вы сегодня здесь на нашем мероприятии представляете самое главное, что есть в нашей республике. В Карачаево-Черкесии много многодетных семей, и 17 из них были признаны образцовыми, лучшими в 5 номинациях. Семья Натальи и Сергея Барановых из Черкесска – одна из лучших в номинации «Золотая семья республики». За крепкий образцовый многолетний брак – 35 лет вместе. Барановы делятся секретом счастливого семейного долголетия. Любить друг друга, уважать, решать как-то все проблемы вместе. Многодетная семья Баташевых из Зеленчукского района названа в числе лучших сельских семей, вносящих большой вклад в развитие проживаемой территории. Мы занимаемся разведением чистокровной английской породы лошадей в Зеленчукском районе. У нас начинающее хозяйство, но довольно-таки мы быстренько развиваемся. Семья Шевзуховых и Заулова Хабес по всем характеристикам признана одной из лучших в номинации «Многодетная семья», воспитывающая 5 и более детей. Я думаю, что как родители мы состоялись, мы смогли воспитать достойных детей. У каждого ребенка высшее образование. Несколько семей стали обладателями не менее почетного титула «Семья-хранитель традиции». Были выделены и образцовые молодые семьи, в которых супруги не достигли еще 35-летнего возраста и воспитывают детишек, в том числе и приемных. Особый почет воздали семьям участников СВО, среди них и семья Семеновых. Свой долг родине в этой семье отдали и отец семейства Казбек, и его сын, которого в эти дни находится в зоне проведения специальной военной операции. Особая гордость, конечно. За сына горжусь, за свою семью, которая нас ждала сейчас вместе. Благодарю государство, которое не забывает своих людей, которые за него готовы свою жизнь отдать. В этом году Карачаево-Черкесия в 9-й раз принимает участие во всероссийском конкурсе «Семья года». Мадина Каракетова, Олег Малхожев, Вести Карачаево-Черкесия.